Привет! Сегодня я вам хочу рассказать о самом компактном, самом крошечном в линейке осушителей от Balew осушителе BDH-15L. Как вы понимаете, из названия 15L означает 15 литров в сутки. Такой малыш, который потребляет, кстати, всего 200 ватт в час, 200 ватт это как две лампочки, способен качественно осушить вашу квартиру или офис или подвал и выгнать оттуда 15 литров в сутки. 15 литров – это 3 5-литровые бутыли. Давайте разберемся и посмотрим, что же у него есть. Цифровой дисплей с подсветкой, индикация режимов работы, встроенный гигростат, прибор показывает реальный и заданный уровень влажности, съемный бак на 2 литра воды, при заполнении которого прибор сообщит вам соответствующей кнопкой и перейдет в спящий режим. Помимо этого, на задней части прибора есть отверстие для вывода конденсата наружу с помощью шланга. Автоматическое отключение при заполнении бака для слива конденсата. Авторестарт. При достижении заданного уровня влажности прибор отключится и включится, когда влажность повысится. Надежный, качественный прибор. Идеальное соотношение цены и качества. Этот прибор защитит вашу квартиру, офис от образования плесени, грибков на стенах, в случае, если вы живете в регионе с повышенной влажностью, или мы говорим там о весенне-осеннем периоде, когда везде повышенная влажность. Осушитель воздуха Balew BDH-15L. Качество и надежность по доступной цене. Balew. Комфорт, за который не нужно переплачивать. Следите за нашими новинками. До скорой встречи. Пока.